Хабдинские артисты выступили с концертом в городе Соль-Илецк Оренбургской области. Мероприятие было организовано по случаю Дня железнодорожника. В программу вошли различные виды танцев, мелодичные песни, прославляющие казахское национальное искусство. Жители Соль-Илецка, в свою очередь, выразили искреннюю благодарность артистам за проведенный концерт. Больше всего зрителям понравилось выступление танцевального ансамбля «Карлыгаш», недавно завоевавшего в Турции гран-при. Наш концерт проводился для укрепления взаимоотношений двух стран в рамках празднования Дня железнодорожника. Нам удалось показать таланты хабдинских артистов жителям города Соль-Илецк. Уверен, что многим зрителям понравилось выступление.